Привет, привет, мои хорошие! Привет, дорогие друзья! Ребята, ребятушки! Как ваши дела? Отлично все! Тогда супер-пупер-пупер! Сегодня я хотел бы вам рассказать, как играть на компьютере в игры, которые можно играть только на мобилке. Я не знаю, может, конечно, вы уже и знаете, но мне вот хотелось бы с вами поделиться этой информацией. Я обязательно сейчас это вам расскажу, но поставьте, пожалуйста, лайк под видео и подпишитесь на канал, мои хорошие. Смотрите, для того, чтобы играть в такие игры, как «Говорящий Том», «Говорящая Анжелка» на компьютере, вам понадобится специальная программа, которая называется BlueStack. Можете открыть Google, друзья мои. Сейчас я вам все покажу. Вот Google поиск, друзья мои. Мы сюда пишем BlueStack. Вот, видите, мне даже выбивает. Вот так оно пишется. Ой. Пишется оно BlueStack, лучший эмулятор Android для ПК. Заходим сюда, друзья мои, и выбираем скачать BlueStack. И скачиваете BlueStack, и вуаля, друзья мои. Сейчас, сейчас, где мой BlueStack? Вот он, друзья мои. И у вас появляется вот такое вот приложение. И сюда можете запросто закачивать любые игры, как на телефон. Да-да, друзья, все очень и очень просто здесь. Смотрите, Google Play. Открываем Google Play. И тут все так, как у нас на телефонах. Лучшие игры, лучшие приложения. Выбираем, например, вот эту вот игрушечку. Смотрим, нравится она вам. И жмем кнопочку «Установить». Нажал, нажал. И все, и все, и все, и все. Переходим на главную страничку. И смотрите, вот у меня уже сколько установленных игр. Запросто, запросто, запросто. Поэтому, друзья, если был вам полезен, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Вот эта игрушечка, вот она в самом конце у меня вот открылась. Все игры открываются без проблем каких-либо. Вот давайте проверим, например, на котенке Бубу. Смотрите, открываю, котенок Бубу, просыпайся, малыш мой. Давай, пойдем купаться. Видите, все работает, друзья. Абсолютно все. Все, короче, на этом мой коротенький видосик заканчивается. Поэтому пока-пока, подписывайтесь на канал, будем дружить.